Рыба. Кто где сидит? Я по маме. Положу. Смотрите на пульте хорошенько и не сорвите маги босса. Призван все, да? Не знаю. Он зашел. Кто танчит? Когда химические бомбы будут, пожалуйста, стойте по бокам. Кто танчит? Гамазек. Я. Готов а топа, нет? Чего? Топа готов, нет? Топа нету. Да все готов. Пей. Ё-ма, отбегали от зелёных. 5 секунд, плевок. Не надо плевок делать. Так добьем. Я до этого плюнул его. Не, между второй не надо. Пельмени. Как дела там, блядь, бичи? Чё, зеленая параша летит, не видно, да? Да, блин, я понял. Желтый, вы видите? Стойте по бокам, пожалуйста. Вы совсем слепые, нахуй, или как, блядь? Алло, рейд. У меня это, косарь, задержка, я что-то нихуя не воображаю, что происходит. Ну такой иди, постой в сторонке где-то, со стороны побей, от кучи с рейда отойди, туда пельмени все летят. Так блядь. У меня секунд 5 вообще нихуя не двигается, ничего. Беги, беги, шпэ. Рохан, ты почему лежишь, я не понимаю. Стоп по боссу, ушли от босса красного зерга. Нет, взрыва умерла. Начала отходить от лужи, а там взорвалось. Взорвалось, ну так надо радиус. Плюнуть или боб дать. Плюнул, блядь. Алло, блядь. Блядь. Садан. Ну, сейчас подниму, у меня там этот камень души был. Вы чё, блядь, дрочите что ли, или чё там нахуй? Мэдфокс, чё не убежал? При чём тут Мэдфокс? Да это я там не плюнул просто. Да ты стоял просто, надо было убегать, включить спринты ебать. Сова стояла на месте. В кошку и в спринты и убегать. Чё, радиус взрыва колбы непонятен какой или как? Объяснить, блядь? 12 метров, блядь, 15 метров, взрыв колбы радиус.
Когда колба оранжевая стоит, надо съебаться от нее на 20 метров, блядь. Похуй. Я на миле первый раз играю здесь, стоит. Я всегда была на кастерах. Я понял. Угу. Отойду, звонят, блядь. Получается, когда он кидает оранжевую колбу, сразу убегать надо в сторону? Да, надо стоять от него на 20 метров. Если профа не отвели, надо все равно отбежать, потому что когда словишь... он вниз отводит, там же в ДБМ пишется, что через 5 секунд колба. Он все время вниз отводит во время оранжевых колб. Если рейнджом играл, то должна была это видеть. Да в лицо бей просто профа и все. Я в рейнджевике сейчас первый раз заиграю. Либо в танке была, либо хилом, либо на сави бегала. Ты не бей, просто бегай и сделай так, чтобы ты не стояла в луже, не откидывалась от колбы и не ловила пельмень. Просто посмотри, побей автоатакой. Тебе не, нет задачи 20 тысяч давать ДПС. Тебе надо сначала выживать. Надолго, Вадикон? Меня одно удивило, чем он кританул на 200 или на 300 тысяч в Эдикон. Показалось? Не, он был на третьем месте и резко скаканул на первое. Там шоки по 50 тысяч. У него шоки, ГГД 0,5 секунд. И он типа хуярит один шок паутинник, второй шок паутинник и там. Смотри, и у него да, у него земной шок 20 копеек. Ледяной 23, выброс славы, там что-то почти 30-ка, блин. Смотри, ледяной шок 54, земной шок максимальный 50-ка. Понятно, это шаманов переапали. Ну как, АДК? Легендарный класс? Нет, скоро за нерф это не уничтожать. Не, ну паладины как бы тоже, знаешь, не это самое, не того. Палы, палы вас трое, сейчас будет четверо, надо, чтобы МП5 было на людях, вон на пристах, дайте МП5. А, Неола у тебя есть, нет? Вроде дали, он есть. Ну, турарника буря по 44 тысячи максимального попадания. Ну, это паладин, у них там крит хороший такой. И буря тоже хорошая. Да я дедфул уже. А он-то нет. Дайте шкаф. Если был я бы одет был бы как Вадикон, я бы сок не брал. Ой, смотри, это холика. Холик. Окей. Наконец-то прото можно всем раскидывать. Да мы в 4, в ши было нормально. Не, лучше надо перестраховаться на несколько раз. Я тогда МП 5 раз бафу. Даю отчет. Иди пить. Пять.
Беги, беги, Винч, трагини там, блин, откуда. Красный объем. Зеленого бьем. Пельмени, смотрите, не попадите под них. Стопайте по боссу. Отошли от босса, милики. Бьем красного все. Сейчас еще лужи. Вот эти лужи, дайте ему еще время допить. Красного добиваем. Ну вы че, блять? Ну. Бегайте, даже когда от красного бегаете. Давай, быстрее лужи, добивай. Пей. Блять, уже это, блять, двигаюсь. А, давайте переводим один. Я выпил. Переводим. Бегу к столу сейчас. Он уже сам бежит к столу. Не осталось бы. Я тебя лучше буду через раз воровать тогда. Веди с центра. Звезду встаньте. Берегитесь. Отходим пельмени. Обратно звезду ставим. Кто с бафами? Чё у них обоих баф? Количество бафов сколько у вас, танки? Пельмени. Два. Колбы там, смотрите, на колбы не бегите. Сейчас они исчезнут и пройдем туда-туда. Бича откинул. Четыре будет, заберете у него. А, с кайфом. Понял, блядь. Хуй-то. На кого разбойник? На кого попало, раскидал там, короче.
Последнее желание надо кому-то? Ну, Warframe нахуй. Хочу дыню. Да, будешь танчить нахуй. На ханте. Если никому не надо, могла бы забрать. Ну, Warframe возьми, я ханту закину. Угу. Это параша бесполезная. Там... Если бы как на лук с леди добавили туда дырок, хотя бы там крита, какой-нибудь хосты, там нихуя знает. Там нихуя нету. Эффект хуйня. А можешь сову заменить? У меня что-то лагает, задержку нихуя не показывает. Мне кажется, винда обновляется. Я пока нахуй не обновлю ее, не перезагружу, но вот у меня она... Ты перезагружай и заходи. И все. Сколько тебе? Минут 15 хватит? Пока совет. Просто я вчера только ее это поставил. Давай, давай, это иди. Совет убьем без тебя и к клане подойдем. К тому времени, наверное, уже зайдешь. Давай. Ну, я надеюсь, не полчаса у тебя там будет. Бывает и больше. Задержку не показывает нихуя, я стою секунд 10, и у меня вообще ничего не нажимается. Давай, давай, вырубай уже комп и заходи быстрее. Правую сторону пульте, не левую, а правую, идите по стенке, чтобы командир вас не откинул. Да ёбаный, ну зачем? Не дают под канат троллить нихуя, блядь.
Так, давайте в три танка тут. Кто спекнется? Думали, что одолели нас. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. У кого тут самый такой туннельный урон? Да, как давай, то Рохан, как обычно, Талдорама, который он центрального тогда пал. Ну и Келеси это репичип. Одно. Я постараюсь. 4, 3, 2, 1. Каску. Палы. Как ты один умер? Реально одному нужна была только каска со всего рейда. Паладины какие-то сегодня не пунктуальные вообще. Да нет, ну просто этот... единственный, так... кому нужна была каска. Единственный. Так, меня тактику бьют. Да и вот что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Да не уводи далеко. Все правильно, блядь, а то сферы сейчас уничтожат, блядь. Танк еще упадет, блядь. О, лучше стеночку, блядь, поставь. Против поставили, конечно, ты похилишь. Так, у тебя там проходит свет? Да не без. Что-то долго, блять, мы идем, конечно. Хапану, кинь на это, на руку, ну сейчас четверенько на закрыл, я постою тут похилил. Ты мне растянули на всю карту. Как у него там про меня, там все, у меня там, что там? Забей. Что там есть агро? Не советую Келеста бить, потому что он мне так поставил, я бы так поставил его, вы его даже не тронете, мне кажется. Блять, уйдите с Келеста, блять, у меня, блять. Так, Гамазек, иди забирай Келеста, пока вайп рейда не произошел. И сферы заодно собирай. Так, я тучку сдал. Келеси-то, быстро забирайте, два танка. Хули вы стоите по углам, сейчас вайпанется рейд. Вот, теперь... Так а что, ну, прожимка где? Резайте Гамазека. Сбалило, блин. Да вы бичи просто, ну быстрее, где еще танки есть? Сука. Ни ШВ, ни хуя нахуй. Потому что сказал, не надо бить, я поставил вот так специально. Мне еще разлили рядом, торнадо разлили рядом. И все сферы спиздили, блин. Я понял, блять. Вот и танкование ваше. Это не безвыходная ситуация. Мне взлетело кас на 45. Да, все, блять, тысяч. Ясно, нахуй. А че вы у стенки танчите? Ну, хуй знает, танки такие. Маневра, во-первых, меньше разбежаться. Маневра меньше. Хилам надо стоять, блядь, в двух частях комнаты. Где у вас? Чё у вас? Как смекалочка-то работает? Это не Гера, здесь можно водить его, но... Танки просто на хилах не играли, не понимают. Нахуя вообще троих танков, если двоих можно держать одному, Келесета одному? Зачем? Лучше не спрашивай. Вот потому что сдохли два танка. Ну, Гарам же откидывает, поэтому около стенки. Потому что сдох танк один и второй. Стаунтил Келеси, это прожимки не было. Сферку ни одну не успел забрать и сдох.
Как это, нахер, блядь? Померли вот эти все стены. Как бичи. Не, ну что, просто людей не надо брать. Не если, надо договаривать. Если те... Надо быть готовым забрать сверки ударом грома, чтобы они на тебе были. Если ты возле Келеси-то не стоишь, то сверки-то они возле тебя летают. Если они с тебя улетают, ты их забираешь. Если они слетели все, шивы нажимаешь. И все, и дальше крик на хп ну, нажимаешь. Ну а дальше как бы... Блядь, если у народа проблема с тем, чтобы держать дистанцию на могучем вихре, но тут такое себе. Чтобы не откидывало. Тогда только в стенки приходится держать. Гири просто умирать будут. Но... Тут так, бичи собрались на расслабоне, блядь, так что... Ну ты тоже стаунтил. Вот ты стаунтил, чтобы сдохнуть, что ли? Ну, ты хоть прожимку бы отдал. И шарик бы хотя бы один успел бы забрать. Сначала шарик забираешь, и потом таунтишь. Стрелку там кидаешь, или что там, или правосудие. Справедливо. Нормально дотанчил я. Да, блин, на коляске нахуй. А так мог пошотать весь рейд, нахуй, килесит. Шо, что он на меня пошел, что я тучку в тучке еще просидел немножко. Ну так хуйня это все, конечно. Че вы давай поменяемся, давай я сразу на килесе. А че, пойдемте, че стоит? Че вы стоите, действительно, вот танка нет, он бежит. Этот. У нас их, блядь, сейчас. Вот он добежал уже. Вот смотрите, сейчас стан танку кинули. Или не кинули? Нет, не кинули, повезло. Войд, осколок, войд. Войд. Забрал. Он просто выше работает на рейд, да? Чё работает? Совы аура на рейже, да? Ну конечно. Ну по ней просто где хоста? Какая хоста? Ну тотем еще есть. Они стакаются, нет? Я не знаю. Сначала через черепок играете. Ладно, хуй с ним. Сначала через крест. Потом через черепок. Быстрее все одного моба убиваем, потом второго. И второго. Блять, ёбаный в рот. О, боешка.
Вы уже принцов убили? Угу. Войт. Ну-ну. Мне в танка или в ДД? ДД. Хорошо. Посмотри кого-нибудь на замене, у меня только это, 5%. Хэлла, заходи. Нет, я паладином, у меня она шаманика, да. Ну, заходи, заходи. Друид у тебя в гильдии, нет? Не. Так. Да? Так ты останови обновление, да и все, что-то. Да, блядь, уже это, одно прошло, теперь второе началось, ну и пиздец. Что-то долго идет. Там же можно остановить обновление, прервать. Написано, не выключайте компьютер. Значит, не выключаем. Я вот скину в этот фотку. Ну, уже 6% стало. Я, короче, в магазин пойду. Эти шкаф. А, у него типа оно установлено было, но скачано, то есть теперь ставится, понятно. Да. Ну вот первое было минут 15 подряд, оно ставилось или скачивалось, хер его. Так, этот самый. Так, кто там? На первой взлетке ШВ дашь. И хпалю дашь массакру. И я на ХП дам, короче. Мудфокс еще спокойствие дашь. И, короче, ражник еще. Даст. И, короче, и гамазек еще каплю на войда дашь. Вот. И, короче, на второй взлетке уже дашь гамазек. Массакру, и Варахель массакру, и Неола на себя зубы, и гимн на ХП. Ой, давай, у меня нет массакру. Ну какого хуя? Ну так, у меня еще один кусок не выбит. Бля, ты пиздец. Ну, Рахан, спекайся тогда ты. Вместо этого бича, который еще не выбил там. У тебя ШВ есть. Вот ШВ на первой взлетке даешь на вихрь. Как она взлетит, так даешь. Потом по откату. А кто кого кусает? Там определитесь. Походу. Укус. Мы тут, мы тут не как в детском саду, мы это уже проходили. Это такой момент, нахуй, это пиздец. Людям стыдно должно быть, что, сука, нельзя поставить фрейм и посмотреть ники людей, кого кусать, что ли? Сюда и отчет. Так, хамазек, да, танчит? Да. Смотрите, только с агро очень осторожно, кто там сейчас дамажит. Если танку таунтить придется, то будет танк с укусом, нахуй. Будет хуйня. С красными лучами побыстрее сбегайтесь. 5 секунд тени. Бля, только крылья включил. Да? Я прям анимацию видел, Чуть-чуть отведите там правее.
А, нахуй, что за хуйня? Чего диспел? А что ты думал, блин? Самый быстрый на Диком Западе. Где-то с одним ФПСом нахуй. Чё там, блядь? Я понял, блядь. Раздайте иннеры по хилам. Ну, только один друид, блядь, Мэтт Фокс. Какие иннеры, блядь? Тотем, шаман ставь, и неолог гимномана. Вот и будет вам фулмана. Что там, бля, укусы будут, не? Калькулятор или кто там? Канцелятор. Кто-то не передал или что? Мэтфокс! Калькулятор. А, Мэтфокс укусил. А кто не передал, блядь? Эй, сука, а калькулятор нет, нахуй. У тебя что, блядь? Ёбаный в рот, почему ты так сделал? Вот бич, смотри, пол рейда захуярил нахуй. Кто служит там пляшет, блядь? Я еще я, блядь. Пизда, блядь. Пробуем, хули. Да, рот ебал, я такое говно нахуй. Полная залупа, блядь. Друид, это шаман, вставай, друид инвалид, микро варахель, аресы. Это вдруг еще упадем, блядь. Да вы что, блядь? Дайте герб. Консилятор, это пиздец, нахуй. Какого хуя, хукмастер, ты не можешь укусить? Нахуй, ну. Уёбки, блядь. Ответ убил просто, блядь. Я в ахуе просто. Делайте говно какое-то, блядь. Парашу какую-то, блядь. Мне там людей мало осталось, все походу с укусом были там. Схуяли все с укусом-то, блядь, были. Там всего 6 укусов. Да там просто померли, да, люди. Пиздец, я в ахуе, нахуй. К танкам с пактом сбежаться не судьба. А на танков пакт не кидается. Кинулся. Когда пол рейда были мертвые. Кусок пакта был на мне. Потому что сорвали. Я в лизоне. На танков пакт не кидается из-за чего? Потому что один танчит, другой зеркало ловит. Вот и все. Зеркало слетело, агро было сорвано. А зеркало как слетело? Ну? Потому что сорвали. Зеркало, а зеркало кидается не по агру. По агру. Зеркало, кажется, сразу как кинулось, оно потом не перекидывается, по-моему, в этом примере. Нет, оно перекидывается, просто оно не по агру передается. Я бы лучше этого никогда не видел, блядь. Такого говна, блядь. Такой хуйни, блядь. Вот, я Форика. А хантов по половому признаку не кусают, типа, на ней? Да там бичи, блядь. Заголовок. Вот, консилятор, объясни мне, пожалуйста, почему ты не кусал людей, блядь? Что у тебя случилось, блядь? За хуйня, нахуй. Ты убил пол рейда, блядь. Рарник лужу разлил, блядь. На взлетке все подохли, нахуй. Дальше вообще пиздец. Это хуйня какая-то, блядь. Мне хукмастер сало кинул. Че вы стоите, а бля, это... я не понимаю, нахуй. Ой, бля, че? Я хотел.
Да меня там? Вторым кусаем. Все, хилы вот, здесь, нормально. Так, ребята, ребята, рейд-фреймы выведите себе, нахуй. Простые, которые сейчас сирусовские стоят. В них ставьте там, блядь, галочку, там, где, типа, сейчас скажу, показывает все отрицательные эффекты. И там показывает эффект укуса. Слышал вообще. Консилиантором, блядь, это первый вариант. А второй вариант, скачай Вуду, и ты будешь видеть весь рейд всегда. И все укусы, и хуюсы, и любое говно, блядь. Можешь даже забить то, что в рейд-фреймах не показывается. Тем более, но. Да у меня до этого показывало, а вот сегодня не показывает. Ну это, ну, пиздец, хуёво. А эти галочки стоят все, показывают все отрицательные эффекты. Как так вообще? Ну я не знаю, ну, пиздец. Так относиться, блядь. Ну так, я так, вайпу так... первым, нужно, да. Такого не должно быть, нахуй, я хуй знаю, блядь, консилятор, блядь. А я не вынес, у меня цель была убить его. Чё, охотницы стан дадим или чё, или как нахуй? О. Птица счастья с завтрашнего дня. Выеби меня, выеби меня. Понял, блядь. Птицы фил, блядь. Если бы ты был птицей, трахнул бы другую птицу. Само собой. Хуй грязный птицеёб. Сука. Повелительный сульдат, таргет, свич. А если бы бабушка была бы дедушкой, то... то у неё был бы хуй. Наверное. Лучше внучку, чем жучку. Чего? Я ливаю нахуй, короче, я ебал, блядь. Я понял, блядь. Началось, нахуй. Бабка любит чай горячий, внучка любит хуй стоять. Ясно. Хули, частушки подъехали. Девочки, просто выйдите отсюда. Вот почему, да, девушек нет в гильдии, да? Да, девушек нет в гильдии. Они приходят, слышат вот эту фразу и уходят. Ну, я бы на их месте тоже уходил. Не, я бы не уходил. Тут сед же такой. У нас уже и Велоша давным-давно. Какой такой? Но... Это поэтому у вас так девочек мало? А просто они не мешали за это. Девочки, да, 1020. А че это ты вот про меня сказал? Ну, типа, из-за тебя же Адель не ливает, из-за твоего голоса. Найс, nice. Спасибо за сарказм. Ты какой сарказм? Че, хуевый голос, что ли? Тебе надо эти Адель, рассказывать. Ну-ка, Адель, признайся, чей тебе голос больше нравится? Тех бичей, которые там частушки рассказывали, или седжевские? Конечно, бичи. Ой, тогда я еще не разболтался. Ну-ка, седжу, скажи что-нибудь. Сейчас она скажет свой вердикт. Я молчу. О, слышала, да, этот прекрасный молодой. У него аж голос задрожал, блядь. Че ты даёбся на него? Ну, пугай, девочка, не надо. Он аж есть перестал, блядь. Сука. Ну нравится, да? Скажи, нравится тебе. Топа твои... Нет, мне еще нравится говорить сейчас такое. Это вообще ужасно. Фонд какой? Подколов. Какой голос нравится? Ну если ты заметил, то значит я задел. У Топы нравится голос. Вот видишь, Топа. Мне нравится. А Топа говорите? Слышь, Вадь, давай каждого человека заставим что-то поговорить. Давай. Давай, Варахель, говори. Сейчас радио будет. Жена трибутает. Ну я, к сожалению, староват для тебя. Вот это Топа был, вот это Топа. Нормальный, да, голос? Ну такой, честно, килограмм 100 голос. Ты не стесняйся, ты суди как судья, потому что ты тут одна девочка, мы твое решение уважаем. Подожди, там же еще одна была. Она не одна. Еще одна. Да надо песен. Юля тоже здесь. Юля тоже. А где Юля, где Юля? Юля здесь, она молчит. Она на демоне? На каком демоне? На демоне. Она сидит на нем. Не, а он... демон кса. Не, она не в рейде, в смысле, да? Вы в ник пойдете потом? Ну, и в ИК мы пойдем. Ну да, и в ИК. Ну да, сейчас надо еще добить эту хуйню, блять.
Подожди, да, если решение... Войт, если решение важно, а она если скажет, чтобы мне багруху отдали, это считается, нет? Нет. Тогда, тогда не сильно ты важно, да получается. Чего, блядь? Пойдёшься. Ах ты. Если слово не работает на лук, кто-то тогда оно не работает. Детей бьют. Это хукмастера, бребай. И каску. Раздайте им каску просто. Можно, пожалуйста, фулбаф по локу? Не понял. Нет. Можно по варчикам фурбаф, пожалуйста? Фурбаф. Фурбаф. Вихрь. О, хорош. Вот сразу там это. Деду такое нравится, вот он. Сразу. Это деду надо. Сука. Сед же дед, блядь. Ты дед всем дедом, дед. 43 года как-никак. Я понял, блядь. Молчу тогда, блядь. Я уже знал, что ты мелкий, Седжу. Это что ли? Да, да, иди, Притон, иди. Чё там нету? Кто из локов доспех нажмёт? Я нажимаю в демоне. Я это кто? Притон. Притон-то лучше. Притон. Ром, как дела? Я очень-очень злой. Нормально. Мы как полетим? Чего? Рахил. Пусть с собой. Вот метки, вот так как метки летят, так и летите. Все, поехали. Блядь, забыл 2010 идти. Понимаю. Я понял. Это истинный голос Вайда или что? Одобряем. Нет, это домашние подавители называются. Сука. Я понял, блядь, кто там сдох? Мэтфокс, почему? Почему ты нас покинул, брат? Кто тебя захуярил? Пиздец, бля, Мэтфокс, нахуй. Скажите мне, кто его убил, толстый? Я. Сука. Бля, ну почему так, нахуй? Тури ты 0 и 30 его. Нихуй лежать. Мы в один не зайдем, портал. Нет, не хуярь мобов так, чтобы они тебя убивали. Он был целью номер один. Да. Задача мобов была убить его. Просто все мобы такие выворачиваются. Это, конечно, интересный роман. Я понял. Да, так и называется. Подавление, объем. Я же тебе нажал мастерку. Его уже опять пиздят. Я тебя мастерку назад забыл. Бля, Мэтфокс, ну вы хоть щитуйте его, я щиток ему дал. Мэтфокс, не умри. У тебя единственный бэр. Спасибо. Я по нему СС. СС. Организовываю СС. Организатор. Ну получается так. Блять, а Элизадра этот был, это на циркуле был? Нет, я был на X4. На ком X4? Бля, я не помню уже нахуй. А, да, нахуй, такой танк, на который думал... X4? Какой танк, который как думал... Давление справа много. Который думал, что он топ, но оказалось, что я лучше, да? Нет, я не говорил, что это топ. Это наоборот, я у тебя гайд по танку спрашивал, потому что я только в ДД бегал на тот момент. Я угораю, а. Ну да. Не, там теперь никакого танка нет, я перса удалил. А, это хуёво. Да. Ё-моё. Включите паровозики, блин. Да, жалко, конечно, Т4 ДК был. Начальник, а ты с Фофнет не застал, только циркуль? Я циркуль. У меня вопрос, а чё с вами хант летает? Какого... Это ж синтек, нахуй. Ты посмотри на него, он же бич, блядь, там же видно, блядь, он ДПС хочет дать. А ну, брис портала в синтек. Ну, он ДПС япает. В конце будет толстых разъебывать с одного удара. Ну, только стаках на 200. Отвезите толстого. Господи.
А, блять, замято. Замято нахуй. Вот, знаешь, сколько у локов должно быть камней? 32. Нет, у локов должно быть ровно столько камней, когда они нажимают похищение души, и им говорят, у вас слишком много предметов. Ну, 32 получается. Да, а что, камни в простые сумки не толкаются, что ли? Толкаются. В смысле, толкаются? Почему? Они сейчас одним стаком, сейчас вообще похеру. А. Это вообще заебись сделали. Да. Да, неудобно было по 20 ядов таскать. Что ух упало? Как дела, блядь? Свечку взлейте. Бля, Хукмастер, это пиздец. Ты можешь по рации говорить? А вы будете щитить? Не стаки копят? Они, по-моему, по рации полетать захотели. У вас там 60 стаков уже, чё вы, блядь? Я на секунду подумал, где эти стаки копят. Сейчас они это клей дадут, Геру прожмём, и они захилят это всё. А, ну знаешь, следующий заход давайте. В порталы нырять. Хронный похорон. Я не знаю, вы когда из порталов вылазите, вы хилите Вальку, не сыте? А то видели справа много. Да, так-то надо хилить. Я понимаю, что он хочет ХПС показать. Печка справа. Блять, убьет сегодня этот подавитель, нет? Зомби в центре. Что, сейчас будете захиливать, да? А Хапали что делает? Не в портале. А где твои стаки? В смысле, 63? 64. Кто-то хп сворохило больше, чем у тебя не видел, на дофига миллионов. А, вот 68, но вижу. 85 у Рахель, вы, блядь, слишком давно уже захилили. Найс по хелсару. Толстый Рахель убьет, нет. Да, мне. Опа, боешка. Угу. А что это за кинжал? Он всегда был? Всегда. Да, всегда. Да. Шути. Нравится тело? Кинжал? Тело, кстати, хорошее. Берите, кому надо. Ой, полетели, разобьемся. Угу. Синтек нахуй. Тыкает на всем подряд. Все надо, типа. Я в синтек потыкал. Фу нахуй, фу, блять. Фу. Я знаю, где он живет. В смысле, топа, я думал, ты подобретаешь. Тот же, говорит. Че, блять, куда Пет побежал? Ёбаный в рот. Вурдалаки такие чокнутые. Норлин. Слышишь, как твой вурдалак, блядь, отвечает? Ну-ка, попрыгай. Ба, меня подхилили, нихуя себе. Не за что. Чуть не сдох. Спасибо. Пошли это. Где притон там? Да? Пошли, заходим. Чего вы стоите?
А можно с первого трая, пожалуйста? Нет? Я бы даже сказал, нужно. Первый пристрелочный. Какой нахуй тут? И про Синдру или про трэш? Про трэш. Про трэш. Вот, покурить отойду. Мелкие букашки. Плюнул, да, тогда компьютер. Ну, ну, блядь, сидят, блядь, оплевывают монитор свой, блядь. Рекаунт, нахуй, цифра хуевая, плюют туда, блядь. Уходим. Чисто меньше 20 дал, такой. Да, все правильно. Че ты мне пишешь? Кто там что пишет? Куда вы пошли, сука? В звезду встаньте, куда вы ушли, блядь? Завейдите сейчас еще топа, не вейди. Бля, что тупо АФК ушел, что ли? Он еще возвращается. Warframe он бежит, ну. Ёбаный покос. Дайте им игру сейчас. Идет, идет, смотри. Бля, этот ДПС, сука, скиньте, пожалуйста. 25,6 у тебя вроде. 25,6. И у меня после, блин, бой висел долго. И там пиздец у меня 20 показывает. Дети, это цветы жизни. Шипы жизни. А сколько их там? Детей? Сколько и пауков здесь? Там вот такое чувство. Сколько их там такой, блядь? Ой, блядь, как будто дохуя, да? Там? Нескончаемый. Детей? Ну, бля, по звукам там просто рейд целый, блядь. Рейд, нихуя. У нас рейд. Просто в детском садике работает там. Смотри, Вой, там твой второй рейд. Банда на банду. Дети колени подрастает. Да, Хукмастер, у тебя сколько? Куда можем мы третий рейд организовывать? Не, в натуре, ну вот сколько их там? Трое? Написал же. Вы сами потом захотите еще одно, там еще одно. Вот так у вас хоп и пять человек. Это ты про детей рассказываешь, да? Ну да, но и можно меня, уже да, в моей семье. Уже на 25 тысяч. Куда вы пошли сейчас? И да, можно пошли. Уже это, РБК ходить. Ну да, точно. Папа танк, мама хил, сын ДД, дочь РДД, нахуй. И мама на горшке там, не знаю. И внук на пул, нахуй. Вагон. Вагон, вагон. И дед оф танк, блядь. И дед ревностный, нахуй. Ревностный дед? Да, с чаркой на ревность. Холодные котлеты доедают. Ну, блядь, ну хули. Я просто пока ИП накидывал, она остыла, блядь. Перемоновка не любит, да, уже? Так, блядь, я разогревал, только она остыла. Смотри, есть такая вещь, называется сухое горючее. Горючее. Сухое горючее, блядь. Ну да. Берешь и просто под железную ее. Че, реально? Сухое горючее. Берешь и под железную чашечку кидаешь, и все. Да. Ты бы дома с железной чашки хавать, блядь. А горелку проще взять. Маленькую. Нет, горелка там газом воняет очень сильно, от сухого нет, ты просто же... Я не видел, алюминиевый, да? Ну, алюминиевый. Ну, газовая горелка не очень, там у них вкус сильно меняется, там... Такой себе. Вкус чего? Топлива? Нет, как бы вкус немножко... Ну, такой, как бы, стрёмный начинается, запах появляется такой небольшой. Ну, то есть, ты если... Если ты попробуешь газогрелка, если там, не знаю, ту же самую вишницу да. Чё дожарить. Ты там, блядь, базаришь хапалю, нахуй, вспомню, перестал играть на хапале. Чё за хуйня это, блядь? Что это, блядь, за попятная, блядь? Особенно, когда перенюхаешь. Остальные покрытые эмалью.
Эй, дядя, прокати, погоди, погоди, стой. В смысле скучного, бля? Сейчас вот в ВК пойдем, ты охуеешь там, блядь. А вы сейчас здесь пусть попробуют похилить, на. Ну, тури, блядь. Танка проебешь, ГП, нахуй, на всех престолов, по 500, нахуй. Бля. Бать, а зачем вы этих? Давайте войско, ДКшники. Нерлин, давай войско, стой где-нибудь в сторонке. Чтоб не откинуло, только смотри. Крутим цифры, кто меня не перед ДПСит, тот. Быстрее, быстрее, похоже. Зергайте, пока войско есть. Зергайте, зергайте эту хуйню. В нефть, небес, стан, всю хуйню. Компьютеру. Компьютеру стан даешь. И все, блин. Да, помню времена были хилы, так не требовались. Да, в натуре. Смотрю, думаю, кто это шемом там, блин. Кто это за бабуин? Так а чё стоим-то? Ну это гамазек. Ну танк, идите танчик. Гамазек, вон там линзу. Гамазек, нахуй. Блядь, Слева. Работаем. Можете его на 60% хп кинуть в эти вруты? Не работает тут корни. А, блядь, точно. Там просто я вчера был в десятке, тут такое, такое было веселуха. Чё весело? Короче, он так смешно запутался в полах и шотнул твоих миликов. Блять, я чуму спамлю, она не работает, нахуй. Я понял, нахуй. На этого дракона дота не вешается никакие. Болезни не вешаются, магия вешается. Ну, болезни там эти всякие. Ну так болезни, это же не все доты. Еще магические доты есть. Кровь не вешается. Ну, кровь это болезнь. А у меня вот палец есть, там магия. Значит, вешается. Слово тьмы. Лейкемию вешаешь? Да. На Сережу тоже не должно было работать. По а сестра предыдущее ты... поколение, она не это. Она иммунитет не выработала. Не, ну по факту как ты, типа, ты скелет убьешь болезнями. Я говорю магией, да. Я бью, блядь. Он уже свое отболел. Ну а болезни как, нахуй? Ну, кости не болеют же. Артрит ревматует. Такого синдры болеет. Такого скилла еще не придумали, блядь. Я тебе хочу сказать, я как очень худой человек, хочу тебе сказать, да. Что кости болеют. Магряк. Нет, это у тебя не кости болеют, у тебя когда нервные окончания болеют. Да. Это нервные окончания все у тебя, а не кости сами. А-а-а, блин, а я думал кости. Ну да ладно, все тогда. Это вообще все иллюзия, нахуй. Да мы в матрице живем, ёбка. Да, да. Вообще преисполнился, блядь, в стольких рейдах, стольких гильдиях, блядь. Всей этой хуйни, тактики, блядь, преисполнился просто, блядь. Это все вообще масоны все придумали, все, не существует этого всего. Тури. Это самое, да, самое такое наёбка всемирная. Кто масхоны? Масхоны. На купюрах нарисованы там Черчилль. Да, нет, из полицейской академии Маахони. Первый фильм заебись. Он еще жив, да? Я что-то остальные Малахон. Как-то. Малахони, малахольный. Малафья? Ну, кому ну, еще надо, как бы. Еще я крик. Странно, что тупо не вливается в тему. Тупо там, наверное, читок открыл, блядь, сидит, побухивает, смотрит на всю эту хуйню. No, my con collection. А, назад бегите. Куда бегит? Ну, туда, куда не убегут никто. Пупцы, зачем вы сюда проявились? Сосцы. Проявились? У тебя пленочный фотопад. Это вы алкаши, я теперь до следующих праздников пить не буду, до самого марта. Нихуя. Как же 14 февраля? Как же 14 февраля? 8.
29 февраля, как же? 24 года. Конечно. Так, ГВЗек, затанчишь или не надо? Да, затанчу. Так, ставь синдру, ну, сам находи звездочки, и чтобы она доходила до туда, и потом уже поворачиваешь. Да. Самое главное, чтобы она не сдвигалась вправо-лево, типа. Только без хода, пожалуйста. Это, насчет глыб, их 5 на переходке, одна в кружок, 2 лево, 2 право, блядь, если кто не понимает. Ну, их надо бить и стопать еще по ним домах, чтобы не раньше времени разбились. Притяжки готовьтесь сразу отбегать там все, настройтесь, близко там подходите, если вы под лагерь туз. Все, пошли, запускаем. Гай, блядь. Хоты не кидайте, пожалуйста. На пулы сейчас на это напал. И не сорвите агро, маги потормозите немножко, почильте. Хуёво. Получилось. Готовимся, притяжка, убегаем. Бах. Коня педального переключите, пожалуйста. Спустились. Спасибо. Что там, блять, выпил? Не, Синтек, ты проклят нахуй на притяжку просто. Левую там побольше подбейте. Чуть-чуть босса неправильно ставишь. Че с боссом у тебя? Ну, ты не можешь встать в этот ёбаную звезду, блять, подождать, когда эта дура подойдет, блять, и уже нормально потом делать. Когда босс агришь, встаешь звезду. Когда он к тебе спускается, подходит, просто разворачиваешь его. Не надо его никуда водить. Хорошо. То у людей тут IQ нету 300 нахуй, как у некоторых есть. Они не поймут, что такое, блядь, спрятаться за глыбой нахуй. А? Поэтому надо так делать, нахуй. Понял. Зуналтор, как дела у тебя там? Зуналтур, чё с порталом, блядь? Близко сильно портал, блядь. Чё с деньга? Если ты такой чё умный, портал? То где твои деньги? С какими деньгами? Куда звонишь? Тебе звоню. Тихо. Сейчас веселого мало будет, если мы будем здесь вайпаться вместо нормального убийства. Сейчас нормально поймал. Да не уводи тогда. О, почти нормально. Дай немножко. Ты далеко, вот когда ты ее поворачиваешь, от нее далеко бежишь. Бежи у нее ближе под когтями в следующий раз. Хорошо. Самый лучший ученик, которого я видел. На все просьбы и советы говорит хорошо. Так точно. Почти как Седжу. Хорошо. Да, капитан. Да, господин. Да, шеф. Так. Готов к вам. Господи, нет.
Что это так бумер? Первую в звезду. Не в звезду, а рядом со звездой. Ну куда ты, черепок? Сука! Мороженый! Сдвигаемся, скидываем стаки за ним. И разбиваем. Монру нахуй, не спи, ёбаный в рот. Ну ты будешь всю жизнь Монру, а не Монри. Так, давай, ставь Лингрен как надо. Начальник, забирайте кто-то. Танки за первой скинул и меняешь, нахуй. Не считаешь никакие стаки, не притяжка будет. Ничего. Это не бейте глыбу. Сейчас притяжка будет. Если будет склеп, еще вперед отнесете. За притяжки сразу меня, да? Не бейте глыбу. Шлепец, сиди вперед. Да. Шлепец, сиди вперед. Ставь. Великий, отойдите. Давай, в принципе, его разобьем, а вторая останется там. Вот, Лингрен освободим. Стой. Поменял. Бегу. Прохильте. Следующую тоже вперед ставь рядом с ней, милики, уйдите. Там, сколько стаков держать? Там, видать, сдвинулось. Ну, сейчас в меню как скину. О, протяжка. Отошли. Все, эту глыбу тоже разбиваем. Вперед. Стаки не скидывает. Вперед и сразу разбиваем. Все, танк упал. Бля, дебилы ебучие, сука, нахуй. Я рот ебал такую хуйню. Вы совсем мозг ноль, нахуй. Еба, красиво за мной. Мудаки, сука, блядь. Хукмастер в танка, нахуй. Мунри бич, нахуй. Сейчас, короче, пизда вам, нахуй. Нахуй ты бегаешь как бич, блядь. Ну звезду неси и все, блядь. В локоть босса. Хули ты там бегаешь? Справа, слева, блядь. Хуйтой занимаешься. Вмешательство вары на панель вытащите, блядь. Шлепец, вот ты тебя разбили. Че, блядь, своего выбрать и вмешательство дать вообще никак, да? Меня даже не разбили. Меня из метки выбили, я умер сразу. Не, там разбили, там еще она кастовала только этот. Ну, у меня анимация была, я стоял в метке, а потом ладно. Сдох сразу. Ладно, понятно. Может от... пизду, сука. Хуйня, блядь, это все. Кто там? Репичип? А кто сдох из вас, нахуй? Репичип или... Я сдох. Рарник в танка... Нет, Лингрен в танка, нахуй. Вы бичив в это, в ДД, блядь, в хуёвых своих. И хукмастер в танка. И давайте нормально покажите, как надо танчить, блядь. А то это поворот хуёвый, блядь. Танки сдыхают, блядь. ХП мало у вас. Хпалы вас не спасают, блядь. Какие бы они там скиллованные не были. Это вообще залупа, блядь. Жрите рыбу быстрее. Синтек бич. Да куча. Не знаю, нихуя. Вы не захилили танка, нахуй. Почему, блядь? Чё его, ну... Чё, Т4 нету, что ли? Т4 потому что половина есть. Рейда умирает. Хуй на этот рейд, пускай рейд сдохнет. Танк когда падает... Всё, я услышал. Вопросов ноль. Вот, блядь, танк это приоритет, блядь. Всё. Ты кидаешь этот, кто он называется? Вот эту хуйню, Т4. Сука, синтек заебал. Это пиздец, блядь. А зачем танки её доворачивают так, что на хвостом стоит рейд почти? Нормально сейчас будет все, действительно. Сейчас... Ну, просто морды поближе к рейду и все. Вон он встал. Заебал, блядь. Все равно умрет нахуй на притяжке. Рарник, ты где? Синтек, заходи нахуй на мифика нахуй. Заебала эта хуйня, блядь. Или кто там? Есть какая замена, блядь? Нормальная. А не вот эти бичи, блядь. Так, иду. Да вообще, блядь, надо это... Одного Вадикона туда брать в первый рейд, и достаточно, нахуй. Остальных всех сюда. Рвиста, блядь, всех. Самому тоже, блядь, начинать сюда ходить. Туда-сюда. Я это отходил. Ты заходишь, нет? Да, я уже зашел. Сейчас прогрузится. Только я в Долоране. Есть же все кого-то. На кого ты зашел-то? На мифика. Блять, что-то не вижу.
благодарю. Дайте шкаф. Гамазек там и кто? Вот они сейчас в ДД частица вон на хукмастера две вешаете. И этот, сейчас смотрите. Липичип там, ну я хуй знает, как вы поворачиваете, блин. Ну смотрите. Кто в танке? Я? Мастер. И Лингрид. Ты подамаш. Глют инвалид. Все готовы, так. Запускаем. Кого на пол? Мастера. Да, Бэк, выруби там микрофон. Вдвоем не бегайте, вы чё, блядь. Как же ты на тоненького был? Что-то про поворачивание говорят. Ну, даже тут отлетает. Не понял ничего? Не, я понял, просто народ даже так отлетает. Ну так это народ виноват, а не поворачивание, блядь. Не, разверни морду еще чуть вправо. Не надо ничего разворачивать, надо просто геометрию, сука, в школе было не проебывать, нахуй. Под локоточек. Вы что, не понимаете, как не отлетать или что? К хвосту не подходить. Ну либо вам надо отлетать, то есть вам, это фетиш такой нахуй. Либо вы не понимаете смысла, блядь. Что где помпочка у Синдры, оттуда 20 метров надо считать. Там просто можно поставить ее, чтобы у нее не было парирования, потому что если мы бьем в лапу, она парирует до хера. Да и похуй. Поебать, понимаешь? Похую. Я пусть... ставил на профунт, когда нормально там не было парирования, просто... Да пусть она хоть все. Запарируется, это ребята, вообще... Ребята, крайнюю паву подбейте. Да так-то поебать, парирует она или не парирует, там вообще похуй. Но в гере важно, потери ДПС на самом деле. Там РДД дамажит. Мильки тоже. Ну чуть-чуть. Там на максимальном МНЗ надо стоять, чтобы тебя и не откидывало, чтобы парирования не было. А что-то типа бить есть? Ну, спасибо.
Витяшка будет сейчас готовить. Скучно стало хилить ему. Джит инвалид резый. Милики ушли. Уходите с мили быстрее. Вы мудаки совсем нахуй. Пиздец, блядь. Разбиваем быстро эти глыбы. Блять, мудаки нахуй, милики нахуй. Это пиздец, вы совсем тупые, блять. Ну челик несет глыбу. Или вы не видите нихуя вообще. Меняю. Звезду милики ушли. Эту разбиваем. Сейчас он поставит, разобьем. Мы же ебаные, блядь. Одну разбиваем, одну оставим. Тут будет притяжка. Метку вперед неси. Хук-хук. Мет, меткой. Да глыбе. Хук. Ладно, похуй. Поебать. Все, стоим, сейчас притяжка будет. Готовьтесь разбить. Короче, разбиваем. Неси еще вперед. Меня. Ну сейчас, наверное, на этой будет. Вот притяжка. Разбиваем. Милики ушли. Сука, не прыгайте там, блядь. Сейчас там человек с меткой стоит. Ну, пиздец, дебилы, блядь. Три из трех. Меняю. Вы можете встать в кружке, нахуй, бичи, блядь, милики, нахуй. Все сделается за вас, блядь. Только не морозьте лишние глыбы нам, сука. Мы вместо босса будем глыбы сейчас бить, нахуй, стоять. Нет, это он бегает. Я в ахуе просто, блядь. Невменяемые, нахуй. Уйдите от звезды все. Вот сейчас туда метка идет. Сейчас он заморозится и разбиваем две глыбы. Разбиваем. Следующую туда ставим, будет притяжка. Все, ушли милики. Сейчас будет притяжка. После притяжки поменяю хук. Звезду и сразу разбиваем. Звезду и сразу разбиваем. Дайте гимн плюс тотем. Тренируемся, тренируемся. Так, сразу разбиваем эту. И следующая будет притяжка. Может, кстати, притянуть к Синдре, так что готовьтесь отбегать. Встаньте ровно в кружок. Что, сейчас притяжка будет. До половины подбиваем. Все, отбегаем. Как притяжка, каст закончится. Давайте Геру и фул по боссу. Все остальные в сторону. Ранник в сторону. Мангина в сторону. Это могила! Видишь, могила, блинк, нахуй! Быстрее, бич! Ты что, нахуй? Чуть треть не вайпну. Ну, сука. Я ебал такую хуйню, блядь. Что там, ну, блядь? Ну, клык. О, клык на клык. Лингрен, да? Да, хуй. А на клык не дадите? Если кто-то там хочет сильно. Ну, репичип сотку. Купить. Репичип сотку жмет, нахуй. Тижб стиллер, по-моему. Репичип, он главный танк. Нет. Репичип не главный. Вот. Так что. Не, надо, ну, надо тебе закидывать. Потому что ты испекаешься в герах.
И у тебя нет клыка, это хуёво. Надо дальше так же в мифике, да? Да, конечно, блядь. Нахуй мне твой хант 5000, блядь, на личе? Ну, блядь. Целых 5000. Так, ну, ебать. Потом пусти нахуй. Его на ханта, чё вы, блядь? Да заебал, блядь. Две пухи на него, может, разом просто сразу забрать. Сука, нытики, блядь. Ну, заходи, похуй, заебал. Нихуя. Че, он на мифике больше, что ли, даст? Ну, там, блядь, кнопок не знает. Ну, блядь, 8 тысяч все-таки не 5, нахуй. Смешно, блядь. Эй, я там 6 по ДПС был. Ну, я вижу, это блядь. Я еще и слакал. Я, блядь, нажимаю портал, потом... Так принес... нехуй слакать, блядь. Че, осколков не было, да? Ты смотрел, Хукмастер, осколки? Не было. Я не знаю, кто сейчас ДД. Нет, пускай Хокмастеры и Лингрен танчат, блядь. Пизду вас, нахуй. Ваших бичи танков, блядь. Они у вас тонкие, нахуй. Вас расхуярит жнец, блядь. Не, ну может и не расхуярит, но... Это хуйня какая-то. Они хоть танчили, поводят нормально. Наверное. Ну, Валик убили. Это осколки, это пиздец, нахуй. Три осколка всего лишь, думал. Да. Это мифика. Да в обычке мало падает. А, в обычке сейчас повысили. Сейчас тоже много падает. Ну, знает, вот три, Войт, пять. Ставьте шкаф с Монти. Чё? Войт, я могу слоты освободить, я все равно сейчас скоро сваливаю уже. Кто? Монри. Так а чё ты, не добьёшь ли час, что ли? Здесь осталось 15 минут. Не, если там кто-то очень сильно хочет, я просто что-то услышал, кто-то хотел. Никто не хочет, нихуя. Ну пошли нахуй тогда. Если кто-то очень сильно хочет, перехочет. Понимаю, суммон синтек, жри рыбу, блядь. И давай, блядь, 6к ДПС, чтоб было, блядь. Бафы можно? Проходной налича? Я бы даже сказал, нужно. Вархель готов, нет? Надо будет дырки добить. Спускаем. Кто лича будет танчить? Хукмастер. Давай, я. Нихуя, ты там наебашил эти, как они называются? 54, а нет, у тебя 45. Чё у тебя так хп дохуя? Ты Таурен. У меня? Ну. Я Таурен. Таурен. Я тебя догнал. Твоего ДКшника. У тебя ревностный тоже есть, нет? Или нету? У меня стандартный паловский. А он не выпадает у меня, как бы. Я смотрю, если упадет, то возьму. А он не выпадает. Ну, тело не выпадает. Я не хочу брать. Я без фласк на хп, короче. Аура коня так задумана? Да. Угу, ну хорошо. Мы без коня тоже быстро хочу бегать. Не поставляйте мою ауру коня. Она самая счастливая аура в этом рейде. И, между прочим, это не аура коня. Это аура больно свет. А мы пришли пиздить лично. А он чё? Да. Я знаю аура. Да, если кто-то не знал, он так-то дает скрытый баф. Удар по ебалу называется. Дамаг валяща на 100% увеличивший. Раз в никогда. Ой, забери, забери. Массовка переак. Великий тоже. Чума, ошибает. Смотрим на ком. Так, и я. Ума, секунда. Инвайт. Инфестию. Mm-hmm.
Чума 5 секунд. Не буду. На тебе это. Это четвертый дух? Третий. Третий. Ну последний. Я заберу. Ближе, ближе. Вы сбежали с камня. Право, право, лево вышли. Не выпугал меня. Летим в портал. Сзади лича встали. Осквернение 3. Разбежались. Нет. Валя, бьем. РДД, бейте, Валик. Не, в лужу не зайдите, в лужу не заходи. И выпрыгивайте сразу. Выходи, выходи. Дальше веди, дальше веди. Лужа, ебать, здорово. Сначала лужа будет, потом Вальки. Вышли, вышли. Рано. С центра вышли. Выходите, выходите уже. Нормально, нормально. Все, возвращаемся. Левее, левее чуть-чуть. И та пропадет. Давайте допиваем Валик. Веди, веди лича с Вальками и на край идем. Там 1% уже. Валик разбиваем и переводим. Лужа. Врахель, дай, дай частицу по войду, побью ключа. Закинул? Массакру дал. Ага. Сирки еще попробую побить. Первый забрал. Второго завезешь. Угу. Немота, сука. Сбоку бей, чтобы немоту не дал. Ну, понял. Сферы, сферы, сферы. Духа добивать? Духа добили? Нюла, вот где щиток нахуй? Я щиток вместо тебя кидаю. Где щиток по тому, в кого в комнату забирает? Переводи. Сквернение 8 секунд. 4, 3, 2,
Все, все спереди боссов встали. Быстро, нет. Быстро, быстро. Я принимаю хиль. Слышь, Неола, ты, ну, считаешь вообще или что, блядь? Но женец не видел щита твоего. Вместо тебя я отдал по нему. На жнец обязательно. Не... Обязательно на жнец в танка щит. Переводи. Веди, веди, веди. Осквернение 5. Все, краю подводи. Нет, ничего. Спереди боссов встали. Наш бейл? Да, давайте, герой. Сейчас будут в комнату забирать, хилы приготовьтесь. Вот, меня забирает, захилите. Успею до убийства. Осквернение, добирать. 5 секунд. Переводи. В центре не разбить, но он забить. Так, ну прожимки мои кончились. Есть у тебя хукмастер прожаться? Я хлопну, я хлопну в тучке. Давай. Сейчас кончится тучка. Все, похлопай немножко. Давай. Первый раз, когда убивал, подумал вайп. Вообще на актуале. Ну да. Когда не знаешь, конечно. Да, он открылся, нахуй, я это, десятку пошел и пиздец, короче, так, вздыхаем, нахуй, и все на меня, нахуй, думаю, ливнуть, что ли, сука. Да, бывают такие пуги, которые не знают, им говоришь, сука, это ты виноват. Чё, я опять в чём-то виноват? Вроде да, вот за тебя, сука, вайпнусь, видишь, блядь, положил весь рейд. Блядь, я не специально, сейчас, сука. Теперь... Вроде и в осквернение не падало, и все хорошо. Все, всем по косарю голды должны. Ну, все пиздец теперь. По косарю не могу, могу сердали раздать. У меня 15 сердалей в кармане. Все, всем мне на войду накидываю. Мне нужен... Хорошо. А че он пиздит, че не вайпимся? Че он заебал? Он, видишь, портал поставил, сейчас убежит. А, просто. Он там, да, он в это, Вакерус? А ну, я... пошел пуху чарить, на. А то слабенький какой-то оказался. Смотри, Масбер быстрее. Только хп не фул, блядь. Ну да. Тот получше Масрез дает с фул хп. Прикинь, сейчас стоит верховный лорд, нахуй, охуевает такой. Угу. О, опять Теренеска. Как и вчера такой же лут. А, ну да, кстати. Такс. Меч, кстати, неплохой, но. Так, Магина, ты уверен, что ты это заберешь? У тебя этот посох. У тебя оффхенд есть носить? У тебя тоже посох. У тебя есть оффхенд? Да, у меня много оффхендов. А, ну все, тебе не повезло. Теренос. Там косарь голды должен был. Какой, кто нас вайпнул? Не знаю. Модри? Наверное. Так, Неола 10%. Хэпалю пишет 100, нахуй. Ты уверен, что тебе это надо? У меня приговор света. Ну я понял, блядь. Может, ну, подожди, ты посмотри, кто меч носит и кто, блядь, дровяшку ну, носит. Ну, этот... Оба носят. Хэпалю... Выставьте, пожалуйста, портальчик. Хэпалю, он может и меч носить, и дровяшку носить. Да. Приз только дровяшку. Приз то нахер не нужен. Это херня. У него аркус. Ему аркус профитнее. Нахера ему теренаска. Да, блядь, так-то Теренаска лучше с оффхендом на ДЦ. Ни разу. Спасибо за рейд, ребят. Хватит, нет, пожалуйста. Пожалуйста, я старался. Там камней больше ставить можно. ИВК будет? В принципе, аркус нормально. Что в аркусе больше СВД и всего. Вы ИВК плюсовать? И на ДЦ больше. Да все, блядь, похуй вообще.
А ты возьми просто себе меч, а ему отдайте теренаску и все. Крипту задано. Ничего. Вы, конечно, можете ливать, вот только ЕП вы не получите. Ну, да. Сейчас будет ЭВК? Да. Я на село пошел тогда. У тебя же есть там уже 2-3. Знаешь, я с собой буду проходить. Мне тоже идти надо. Я сплю без дозы сейчас. Плюс сути, кто там на замене был. Начислишь на тачку? Да, просто уф, если не начислится. Я сейчас так вообще хилить не могу. Я безобидно, что это кто? А когда не повесится, это если гламурчим. Это кто? Ага. Что говоришь? Когда не повесится, если человек в офисе висит? Нет, конечно. Окей. Так. А, Войт, подкинешь 3DS-ка? А чё, почему? Ну все, игра делаю. Не обратила спрашивать. Всем пока, ребят. Давай, доброй ночи. И вам. Спасибо. Пожалуйста. Счастья, здоровья, мирного неба над головой вот этого, да? Так. Это самое. Как говорит, а чё это у вас так мало девушек? Так они внизу таблицы, блядь. Чего они? Внизу где-то, внизу. Внизу там болтаются где-то в конце списка. Так вы дайте мне с ними пообщаться, их много тогда будет. Да нет, дело типа, там есть причина, почему у нас девушки некоторые не ходят в рейды. Почему? Они не слышат моего сексуального голоса. Вот как раз из-за твоего сексуального голоса они пугаются. Ну, правильно, я поэтому и молчу. Понятно.